4 февраля по всему миру отмечают день борьбы с онкологическими заболеваниями. С 26 декабря уже работает и функционирует кабинет профилактики заболеваний, профилактики рака кожи. Вот, купили, был приобретен цифровой дерматоскоп с визуализацией и с возможностью фотосъемки. Уже проведено порядка 80 исследований. Что хочется отметить, что если, допустим, в частных структурах данное исследование, стоимость его порядка 280 гривен, вот, то в 20-й поликлинике это исследование выполняется бесплатно. В рамках городской программы здоровья в городской поликлинике номер 6 в течение более чем 3 лет проводится уже широкомасштабная программа рентгеномаммографического, хочу добавить, абсолютно бесплатного обследования населения с целью раннего выявления онкопатологии молочных желез. В рамках программы здоровья за это время было обследовано более 12 тысяч пациенток, причем приблизительно у 20% которых были выявлены различные патологические изменения, что позволило своевременно провести соответствующее лечение. На базе бывшего рентгенологического отделения городской поликлиники номер 6 на улице Зоопарковой 8 горисполком через городскую программу здоровья выделил 2 миллиона гривен на необходимый ремонт этого помещения. Жители города Одессы победили в общественном проекте 2017 года и выиграли цифровой компьютерный рентгеномаммограф для нашего центра. Хочу подчеркнуть, суперсовременный. Он сейчас устанавливается на Зоопарковой 8. В ближайшее время врачи начнут работу в новом центре. В городской программе здоровья были учтены возможности проведения скринингового исследования мужчин старше 40 лет с впервые выявленной доброкачественной гиперплазией предстательной железы с целью определения уровня содержания в крови простат специфического антигена, чрезвычайно информативного, неспецифического онкомаркера, который позволяет выделить контингент больных, у которых риск выявления развития рака предстательной железы наиболее высок. На базе 5 крупных клинических лабораторий были созданы все условия для бесплатного определения уровня содержания простат специфического антигена в крови больных. Это лаборатории 10-й городской клинической больницы, 5-й городской больницы, лаборатории 1-й, 6-й, 20-й городских поликлиник, наиболее крупных, многопрофильных. Таким образом, городская программа здоровья обеспечила раннее выявление рака предстательной железы у пациентов с измененным уровнем содержания простат специфического антигена, что позволяет в ранние сроки избрать тот необходимый вид специфического лечения, который обеспечит должный клинический эффект и позволит определить более благоприятные жизненные перспективы для таких пациентов. На сегодняшний день все женские консультации города располагают возможностью бесплатно обследовать женщин на онкомаркеры этой группы. И если пациентка нуждается в проведении этого обследования, она его обязательно получит. Единственная просьба – помните о том, что визиты к врачу должны быть регулярными. Не позволяйте себе болеть, не позволяйте себе быть несчастными. И тогда все получится, все будет хорошо. Приходите, и тогда вопросы опухолей в нашем городе, вопросы запущенных форм злокачественных новообразований не будут такими жестокими и серьезными для вас, для ваших семей, для ваших близких. Будьте здоровы!